Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будут покупки из магазина «Лента». Ездила я со своим младшим сыночком, поэтому, конечно же, там есть кое-какие вкусняшки, я бы так сказала. Кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Итак, вот мои покупки. Сейчас все покажу. Какой здесь покупки? Да, вот с маленьким мы ездили. Так, здесь у меня картошка. Я цены покажу в конце видео в чеке. Вы сможете их посмотреть. Ну и давайте начну отсюда. Здесь я купила 3 десятка яиц, ватные диски вот такие, кстати, я их люблю. 365 дней, неплохие, они у меня улетают быстро, поэтому я все время покупаю 2 штучки. Здесь кошачий корм, это у меня сынок взял нашему, в общем. И новый вот такой журнальчик «Лента» мне дали со всякими рецептами. У меня мама, кстати, любит его смотреть. Вот. Такой, видите, тут, кстати, какой-то он... А, это к масленице. Вон, видите, блинчики всякие. Лепешки из кислого теста. Может, что-нибудь мама и замутит. Точнее, мама, правильно сказать. Так, дальше здесь у меня сок яблочный, Фанта. А здесь дальше кетчуп. Вот такой томатный мистер Рика. Кстати, мы его очень любим. У меня Хайнс не любят домашний кетчуп, потому что, как они говорят, очень много уксуса. И также я взяла вот такие новинки от Махеев. Это терияки для горячих и холодных блюд. Вообще, я очень люблю соус терияки. Мне кажется, он очень вкусный. И вот этот, наверное, должен быть вкусный. Видите, это новиночка. И также вторая новинка от Махеев – это вот такой барбекю для тоже горячих и холодных блюд. Увидела впервые его и решили взять. Вот от Махеев было только 2 новинки – терияки и вот этот вот барбекю. А также здесь у меня вот я взяла горчицу, вот такую тоже Махеев, и хрен. Очень удобные вот эти упаковки. Очень люблю таких брать или таких тубы, знаете, бывают еще. Так, дальше яблочки зеленые, это Гренни Смит. Также немножко красных яблок Молдавия. Вот. А упаковку взяла отборных вот таких апельсинов. Именно отборные, они внутри сладенькие, очень вкусные, нам понравились. Дальше и помидорки на веточке, правда, они дорогие, 200 рублей за килограмм, но они такие красненькие, очень вкусные. Упаковка это огурцы у нас. Вот сейчас хорошие огурцы продаются только в упаковках, которые на развес, они очень такие прям мягкие внутри. Так, дальше 2 лепешки. Это у меня любит, сын любит вот такую просто сырную, а муж любит всякую с добавками. И я взяла вот такую ему сырную с зеленью и с чесноком. Очень вкусная, кстати, выпечка лентовская, так что, да. Снова взяла хлебушек, вот этот любимый Ладушкин, про который я вам тоже говорю, очень нравится. Вот у него пророщенная рожь есть, вот такой вот, зерные семена. И вот этот, я люблю вот этот больше всего, который на заквасках и на заварках и заквасках зерновой, вот такой вот. Тоже очень вкусный. И также взяла лентовский вот такой с отрубями. Дальше это вермишель. У меня ребенок очень любит бульон с вермишелью кушать. Соответственно, еще взяла куриные грудки, 2 упаковки. И фарш взяла обычный домашний, говядина плюс свинина. Кстати, мама говорит, что очень хороший фарш, ей он очень нравится. Дальше я маме взяла вот такое низколактозное молоко. Она у меня его пьет. И там была акция на Эпику. Вишня-черешня взяла. Гранат-малина. Клубника. Еще вот такой с ананасом. Это муж у меня любит вот эти с фисташками. Очень, кстати, вкусно. Я тоже пробовала. То есть здесь отдельно идут вот здесь вот орешки, и здесь йогурт. Смешивайте, кушайте, получается очень вкусно. Также у меня ребенок взял себе вот такую растишку.
И вот такую вот растишку, только она у нас одна упаковка, видите, в пакете, получается, испортилась. Ну, ничего страшного. Так, дальше масло Вкуснотеево, обожаю. Самое вкусное масло, из которого я только пробовала. Взяла мужу на завтрак вот такие кашки гречневые с жареным луком. Он у меня сладкие каши не любит. Любит очень вот эту Ясно-Солнышко. Я ее не первый раз показывала. Очень хороший имеет состав. Хлопья гречневые, не требующие варки. Кусочки грибов, шампиньонов сушеные с сублимационной сушкой. Лук сушеный, жареный, соль. Все, больше ничего нет. Я вот, если любите подобное сочетание, то очень рекомендую вот эти именно в пакетиках, чтобы в упаковках большие я не видела. Они продаются в ленте, по крайней мере, только вот такими индивидуальными упаковочками. Я взяла 4 штучки. Дальше творог, наш любимый Пискаревский, 4 упаковочки взяла. И взяла вот эти вот батончики. Очень у меня что-то все их полюбили, особенно вкусные вот эти с белым шоколадом. Вот я взяла 4 штучки, одну съела в машине, 2 вот такие и 2 с бананом. С бананом у меня любит муж и старший сын, а нам больше нравятся вот эти. Снова взяла сметанный соус, мне понравился он очень детям, именно вот этот с огурцами и зеленью, поэтому я взяла 2 штучки от Простоквашино. Если вы не пробовали, если увидите, я вам очень рекомендую попробовать, он такой же густой и очень вкусный, такой немножечко с кислиночкой, вот на картошку, на, не знаю, овощи какие-то даже, просто вот с помидоркой сверху полить, на помидорку, знаете, ну, то есть салатик такой сделать, порезать обычно помидоры и сверху залить вот этим соусом, будет очень вкусно. Дальше взяла 10% сметану Простоквашино, взяла вот такую фасоль в томатном соусе, мы ее обычно просто едим или куда-нибудь добавляем, 2 баночки маленькие кукурузы, они там были тоже на скидках, поэтому я взяла, всегда пригодится, зеленый горошек тоже. Так, здесь у меня еще куриные ножки. Взяла сардельки вот такие видные. Также взяла вот такую огромную упаковку колбасы, потому что там на вареную колбасу была скидка 35%. Ну вот, я думаю, что сделаем, наверное, салатик как раз с горошком. Правда, нет майонеза. Ну ладно. Вот. И вот такой сыр, кстати, очень, если вы любите вот такой плавленый сырок, я вам тоже его как-то уже показывала в покупках ленты, Андронова лавка, сыр плавленный с окороком, очень вкусная вещь, я не люблю плавленые сыры, вот такие, ну не плавленые, а копченые вот такие сыры, но даже я с удовольствием его кушаю. Так, сейчас вам покажу сразу состав. Сыры, вот видите, масло сливочное, вода питьевая, творог даже есть. Окорок, это свинина, вода. Ну, тут, конечно, ешки есть. Соль, но он очень вкусный, вот прямо с такими кусочками. У меня все его едят с удовольствием. Но он не всегда, кстати, почему-то бывает в ленте. Вот когда вижу, я обязательно покупаю. И кусочек обычного сыра российского, вот такой вот. Еще у нас были сосиски в тесте, которые у меня детки уже съели, и большая бутылка чая, которую тоже дети утащили, еще конфетки были, у меня тоже младший сынок, я ездила вместе с ним, он их куда-то уже утащил, съели, наверное. Вот, так что вот такие вот у меня были небольшие покупки. Сейчас покажу вам чек. И вот чек с ценами. Кому интересно, нажимайте на паузу. Вот видите, кукуруза бондюрель была со скидкой. И вот эти вот любимые батончики, про которые я вам все время говорю, они так стоят 44 рубля, но видите, постоянная скидка, посчитайте, по 29 рублей. Но они очень вкусные. Будете в ленте, вы обязательно их попробуйте. Вот сосиски в тесте, которые дети съели. Так. Лепешка сырная. А, вот еще печеньки маленькие. Это у меня маленький взял. Спрятал уже.
Вот масло вкуснотеево, про которое я вам все время рассказываю, да, оно не дешевое, но как бы оно не самое дорогое из всех, но не самое дешевое, но оно очень вкусное. Так. Йогурты и пиковицы тоже со скидкой были. Вот мармеладки тоже они мне взяла две штуки, естественно, себе и брату сразу. И вот соусы вот эти. Вот этот сыр, который копченый, стоит 199 рублей за этот кусочек, который я вам показывала. Но он очень вкусный. Обязательно, девочки, попробуйте. Даже я не любитель таких сыров, и то с удовольствием иногда могу съесть. Вот диски ватные, мои любимые, 365 дней. Они неплохие, не разваливаются. Тоником протерли, вообще отлично. Вот. И сумма у меня получилась 5887 рублей. 1262 рубля со скидкой. Вот такая вот у меня покупка, как всегда, не маленькая. Но в ленте по-другому я не могу. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!